Всем привет! Восьмой тур, последний чемпионат Европы по шашкам 64 в Измире. Мой соперник Денис Филатов. Я играю белыми, Денис черными. Бьет у нас такой. Цд4, fg5, gh4, dc5, бой на f6, бой на g5. Дебют с преимуществом белых, небольшим. Я хожу hg3. Денис играет cd6. Я во второй партии играл gf6, но он решил такой план избрать. cd6. Я bc3, и он разменялся назад. Я играю cd4, черные играют gf6. На мой взгляд, лучше было бы ab6. gf6 как-то пассивно. Я ставлю кола. dc5 меняюсь. Далее было d7, ab2, g7, ed4, gh4. Надо было, конечно, менять эту шашку срочно. ed6 назад. После gh4 я хожу gf4, fg5. У меня был выигрыш после BA3. Но я по какой-то причине, то ли от усталости, то ли еще от чего-то, просто пошел FE3. Закрылся. Это, конечно, серьезная ошибка с моей стороны. Далее была GF6, BA3, CB6. Здесь черные уже играют точно. Я играю EF2, низ BA5, DC3 и ED6, размен вперед. CB2, FE5, размен назад, ED4, и черные пошли AB6. Последняя надежда была на ход BC7, когда FE3, и все сходится в пользу белых. Например, EF6, тогда GF2, FG5, тогда DE5, DC5, CD4, AB6, BC3, и после размена назад можно CD4, CB4 или AB4, как показывает программа, везде выигрыш. Денис пошел правильно, b6. Я разменялся 2 на 2. Тут уже позиция ничейная. Далее было hg5, bc3, ed6, cd4, dc5, размен назад. Я разменялся gf4. Далее было hg3, dc5, bf7, ab4, cb6. И мы согласились на ничью. Вторая партия. Я играю черными после cd4, fg5, gh4, dc5. Бой на g5. Далее было hg3, я хожу gf6. Мне кажется, этот ход точнее. dc3, gh4. И здесь белые напали cb4. Как мне кажется, сильнее было играть cd2. Все-таки сохраняя какую-то небольшую инициативу, так как на cb4 я сыграл просто hg5, размен 2 на 2 и еще размен назад. Упростилась позиция. Теперь свободно вывожу отстал h8, хотя бортовая шашка все-таки осталась, но позиция черных уже не вызывает каких-то серьезных опасений. Далее было ab4, я играю hg7, b5, gf6, меняюсь вперед, то есть выиграл значительное количество темпов и грожу просто завязать центр. И здесь белые пошли cb2, на мой взгляд, не совсем логичный ход. По-моему, проще было ab2 тянуть, ab2, bc3, как-то так. Ну ладно, cb2. Я играю fe5, белые разменялись, и я разменялся. ab2, cb4, bc3. То есть в результате всех вот этих разменов у белых на левом фланге осталась одна шашка. Я играю ed6, cd4, dc7, gf4, cb6. То есть черные идут в прорыв, белые, правда, тоже. d5, dc5, e6, cb4, fg5, bc3, gh6, cb2. И тут выясняется, что белым нельзя идти в дамки на h8, допустим, fg7, потому что я поставлю дамку, дамка, откину и bc5 с выигрыша. Поэтому белый вынужден отдать шашку, прорываясь в дамки. Позиция все равно ничейная, но без шашки. Я ставлю дамку, дамка, и я на e5. То есть хочу выдавить эту в центр. Белые играют на a3, я нападаю на g3 и возвращаюсь на e5. В принципе, никаких особых идей я и не видел здесь за черным. Но белые играют gh2. Но тем самым они идут навстречу под мои шашки, под мои возможные петли и колонны. Еще не проигрывает, но все же не стоило так ходить. Я отхожу e6 и белые играют e4. А вот этот ход уже проигрывает. То есть я хожу дамкой на c3 и
уже ничьи нет. В партии было, белые пошли на f8, я напал, ушли, напал, ушли, и хожу на f6 дамкой. Надо отдавать еще одну шашку, и это уже проигрыш. То есть белые отдали шашку, пошли сюда на b4, я пошел на g5, e1, e3, b4, hg5, белый на f8, gf4, h6, bc5, и белые сдались, так как либо грозит двойная петля, допустим, на этот ход, отдаем шашку и отдаем дамку. А если в эту сторону нападают, то же самое, то есть я где-то подожду и снова петлю. Таким образом, я вышел на вполне приемлемый результат. Из 8 туров одно поражение, 2 победы и остальные ничьи. Вот наша таблица, 24 участника. Я стартовал с 15 рейтингом. В итоге я делю место с 7 по 12 и по коэффициенту занимаю 11 место. Затем у нас был Rapid. В Rapid'е добавилось несколько участников, и у меня уже был 16 рейтинг стартовый. Здесь я выступил намного удачнее. У меня 2 поражения, 4 победы, 2 ничьи, в том числе победа над Сергеем Белошеевым. И я в итоге делю место с 5 по 7 по коэффициенту 7 место. Потом еще у нас был Блиц, где я получил 2 поражения, 2 победы, остальные ничьи, и занял 17 место. Ссылки на все таблицы я добавлю в описание. На этом все. Всем спасибо. Пока.